сыр съела. Ой, извините, извините, помешала. Сыр съела, огурец съела. А яйцо, а яичницу кто будет кушать? Ну-ну-ну-ну, сиди, 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 сиди. Ну, как дела? Скажи привет. Си-си. Ням-ням. Всем привет! Добро пожаловать на наш канал. А у нас уже почти 11 утра. Даша сегодня спала ночью плохо, часто просыпалась. И вообще она 2 дня спит до 10 утра, и я вместе с ней. Вот, поэтому я рада вас приветствовать на своем канале. А также не забудьте, перейти в телеграм-канал, я вас там тоже буду ждать. Вот, у нас утро, позавтракали, начинаем новый день. Начинаем домашние дела. Скажи привет. Привет. Позавтракала, покушала? Кушает печеньки на Дашкин. Дашкин. В общем, мы рады вас приветствовать у себя на канале. Добро пожаловать. Итак. Закупка продуктов делала на Сбермаркете, магазин Пятерочки. Все, что я заказала, взяла вот такие треугольники из трески, 2 пачки хочу пожарить, нравится. Потом взяла крабовые палочки, но сейчас смотрю, это не просто палочки, а с творожным сыром. Первый раз такое беру и вижу, не знаю, хотела сделать крабовый салат, но, видимо, не буду, потому что, мне кажется, не знаю, вкусно, нет. В общем, надо попробовать. 2 упаковки. Затем взяла кукурузу. Тоже заказала. Думала, она большая. Эта банка вообще маленькая. Наверное, просто так и съедим. И палочки съедим просто. Посмотрю. Всего здесь 170 грамм. То есть небольшая баночка кукурузы. Дальше яйца. 10 штук. Макарошки, перья. Крылья. Взяла домашний фарш, небольшую упаковочку, 400 грамм. Из зелени, потом руккулу, ассорти, кетчуп, Хайнц большую бутылку. Потом мясо взяла вот такой в маринаде, лопатку. Иногда берем, ну, давно уже не брали, вкусные обычные маринады. Колбаску мясную и фрукты. Фрукты здесь взяла киви. Кстати, мягенький, вкусный. Наверное, прям мягенькие. Груши 3 штучки, помидорки, яблоки Golden и бананы. Вот эта закупка обошлась мне с учетом бонусов и по промокоду всего за 1000 рублей. Очередной заказ. Сейчас курьер принес, сделали заказ. Подгузники мне вот эти понравились, Таноша, заказали 2 упаковки, выгодно получается при заказе. Дальше заказали соки для Гриши. Даша взяли пюрешки, 6 штук, груша, яблоко, яблоко, банан и творожки. Хотела рассказать, что произошло у нас за эти дни. Последнее видео я выкладывала, когда мы были в поездке в Пскове, я ездила вместе с ребенком, с сыном, да. В общем, мы прилетели с ним в четверг, в пятницу 12 апреля у меня был день рождения, мне исполнилось 35 лет. Само день рождения я не праздновала, прям сильно грандиозно, я вообще уже давно, много лет не праздновала. Последний раз это было как раз 5 лет назад, это когда мне было 30. Вот, тогда вот и друзья, и родственники, все вместе мы собирались, ну и все, в эти годы как-то я перестала праздновать, но ко мне пришли мои подружки, они сказали, ничего не знаю, мы к тебе придем, хочешь не хочешь, мы к тебе придем, вот, они пришли, меня поздравили, сейчас вставлю немножечко кадров. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Настя. Happy birthday to you. Загадывай желание. Ага. Ура! Ура! Ура!
Такой подарок мне сделали подружки. Тортик. Спасибо. Мы любим тебя, старый. Да. Конвертик и пряничек. Девсюли. А дальше. В общем, день рождения у меня прошло. Это была пятница. Выходные дни у нас в городе Томске пошла река Томь. В общем, в эти дни и стало топить много населенных пунктов, которые близко к реке. И также затопило нашу дачу. Да, нашу дачу тоже затопило. Это у нас СНТ. Она, дача не у самой реки была подальше, но все равно тоже мы попали под это. Мы туда еще не ездили, не знаем, что там и как, потому что видели только видео с интернета, когда снимали, и видно было, что да, у нас баня, почти половина, наверное, под водой, чуть больше, мне кажется. Потом дом, первый этаж, наверное, одну третью часть точно, тоже под водой. Мы сейчас ждем, чтобы вода сошла, дороги просохли, можно съесть и посмотреть вообще, что там предстоит, что там вообще нас ожидает. Вода так до сих пор еще не прошла, местами заторы стоят, топят до сих пор, топят другие населенные пункты. Каждый день все следим, смотрим, поэтому да, как-то такие выходные прошли, все смотрим, переживаем, все равно как бы, ладно, у нас как бы просто дача, а есть там дома, которые люди прям живут, как бы, ну, круглый год, и зиму, и лето, да, за них, наверное, конечно, более печальнее, поэтому вот ждем, посмотрим, что там будет. Вот, Гришу мы сегодня первый раз должны пойти отправить его в бассейн, долго собирались. Все уже подготовили, мы купили до поездки как раз, сделали справки тоже. Это сначала должен был обход врачей, чтобы получить эту справку, надо было все ему купить. Но вот сегодня Сёма с Гришей должны сходить первый раз, посмотрим. Потому что Гриша на самом деле, он хочет, и он уже понимает, что такое бассейн, и он прям ждет, он спрашивал, когда. Вот, все-таки свершилось. По ходу чуда, и мы его сейчас отправляем в бассейн. Так что вот такие дела. У Дашки лезут зубы, до сих пор лезут зубы. 2 дня она сопливит. Я думаю, только на зубы, потому что мы вообще никуда не выходили за эти дни, за выходные, потому что у нас то снег, то дождь, вот сейчас вышло солнце, а так вот, ну, погода плохая, и прям льются сопли. У нее лезут клыки. У нее 2 клыка до поездки нашей, они прорезались. Один вверху, допустим, справа, внизу слева. То есть вот так у нее они прорезались. И сейчас, я думаю, другие, ну, лезут, там, возможно, это те же самые. Потому что так это она чувствует себя хорошо, но когда я кладу ее в кроватку, она ее начинает ее грызть. Я смотрю, она 2 дня ее грызет, прям стоит и грызет. Ну, это зубы, да, и сопли. Так что, а вот такие наши новости, такие у нас дела. Сейчас хочу показать несколько покупок. Они не сейчас были куплены, некоторые вещи ранее. Первое — это такой домашний костюмчик, либо пижамка в виде рубашки. Это рубашка с длинным рукавом. Внизу такая каемка черная. И получается на воротнике. Размер М. Идет на таких пуговках, и к ним идут штанишки, они длинные, и внизу тоже вот такая черная каемка. Красивый костюмчик, мне нравится, я уже его носила. Дальше взяла себе джинсы на лето, сейчас носить, голубые, они идут широкие, впереди есть вот такие кармашки накладные, сзади такие кармашки скрытые. Джинсы тут, высокая посадка у них. Взяла вообще в 34 размере, это где-то 40 у нас. Магазин Син, 42, мне были как-то сильно свободны, взяла поменьше. Все равно они должны растянуться, но на мне они сидят нормально. Внизу просто идет вот такой крой, ну, просто разрез, да, вот здесь разрез и вот срез такой идет.
Ну, наверное, придется мне немножко вот настолько обрезать. Посмотрю, похожу, если что, потом обрежу. Вот. К этим джинсам, так как они сидят с высокой посадкой, мне понравилось, я взяла себе два топа. У меня нету, никогда не покупала топы короткие, укороченные. Вот взяла два. В красном и в черном цвете. Тоже магазин Sin, размер S. Здесь узкий такой вырез, углубление. Он пойдет на летом, может быть, потом на дачу. В общем, мне нравится, как этот топ, как эти топы вместе с этими джинсами смотрим. Скорее всего, буду их вместе летом носить. Дальше. Давно себе искала сумку, чтобы можно было носить через плечо на выход, либо так погулять. Нашла вот такую кожаную сумку. Она небольшая идет. Дэвид Джонс. И вот она только в черной, что ли, и буковки серые. Нравится, как смотрится. Здесь есть карман, здесь есть карман большой, и внутри два маленьких. Ну, здесь сейчас не видно. И сам фактор, который я выбирала такую сумку, хотела, чтобы был вот этот пояс, был тряпочный. То есть он регулируется по высоте, как нужно, да. И такую сумочку я буду носить. Еще не носила, но уже на самом деле у меня куплена давно. Ну вот, все жду, когда куда-то выйти, чтобы можно было с ней выйти. Потому что иногда такие сумочки тоже точно выручают. Вот, симпатичная такая сумочка. Там их много, вот ее заказывала на Wildberries. Дальше. Давно хотела попробовать шампунь-кондиционер именно в таком формате. В твердом формате мне подарили. Это от Green Way, по-моему. Да, по-моему, от Green Way. Идет шампунь. Вкус лимонграсс мне понравился как аромат. И кондиционер крапива. Еще не пробовала, вот хочу попробовать и посмотреть, как это все будет действие. Вот, выглядит как мыло. Пахнет приятно. И к этому набору еще идет вот такая подставка. Вот подставка мне вообще сильно понравилась. Она идет с бамбука, была вот в такой коробочке, шла для мыла, твердо, шампунь и кондиционеры. Мне кажется, прикольно можно будет даже использовать обычное мыло, но, наверное, не на ежедневной основе, потому что все-таки это дерево, скорее всего, попортится. Но как раз для вот этих штукенций мне будет, кажется, вообще замечательно. И подойдет, мне кажется, в любую ванную, да, по дизайну. То есть обязательно будем этим всем пользоваться. Вот посмотрите. Классно. Дальше. Никогда не брала вещи детские на вырос, например, на другой сезон. Но смотрю, многие берут, наверное, они правы, потому что я всегда боюсь, что не подойдет по размеру. В общем, даже я взяла на зиму, на следующий год зимний комбинезон в детском мире. Очень приятный у него цвет. Вот, в 92-м размере. Надеюсь, он ей будет по размеру, потому что, ну вот правда, никогда не брала такие вещи именно на вырост, тем более, ну, через год она будет носить. Вот. Ну, и цена была, конечно, такая очень приятная. 1200, по-моему, дали. Здесь вот кнопочки, замок. Приятная такая красивая опушка, мех. Да? Вот, 1200 рублей. Вообще хорошая цена, поэтому... Мне кажется, они до сих пор есть еще в детском мире. Ну, возможно, уже закончились. Ну, прям здорово. Здесь такая подкладка приятная. Причем написано цвет роза, но он не такой розовый, он такой темный цвет, приятный. Единственное здесь, что вот такая нашивка есть, и она вот оторвана. Я думаю, ничего страшного, ее можно либо пришить, либо оторвать. Но я, наверное, просто ее оторву и все. Ну, пусть пока будет это все до следующей зимы. Заши решили пойти гулять. Да, Шоу? Thank you.
и по грязи. Гуляем, знаете, где? Через подъезд, около подъезда. Ходит она тут по ступенькам. Аккуратно. Давай ручку. Давай ручку. Оп. Оп. Аккуратно. Оп. Нам надо сейчас с тобой до Валберса дойти. Сможем? Пришли домой, все с улицы. Я, кстати, отвыкла гулять. А вот так с ребенком без коляски. Она бежит, тяжелая, вырывается. Надо с коляской. Сходили до Валберс, забрала заказ, заказывала раскраски водой. Там было 5 штук. Вот такие там картинки большие. Красишь, они должны быть одним, ну, цветом. Нравится тебе? Нравится? Кстати, мы даже сменили сережки. Наконец-то. Вот такие они у нас сейчас. Золотые. Бабушка дарила ей на 1 годик. Но кололи, были гвоздики. Почти полгода пытались снять. Прям вообще тяжело было. Но вот тут пришла помощница одна, девочка, подружка, и сняла ей. И поменяли. Но была тоже история с этими сережками. Вот они в виде бантиков. И был случай, что буквально там за 5-10 минут она зацепилась ниточкой. Там один раз об штаны, другой, второй раз. Вот вроде бы все успокоили, второй раз об полотенце. Вот не знаю, сейчас смотрю, если что, придется снимать. Скорее всего, ей неудобно они. Ну, как бы она не чувствует, как бы ей удобно, но в плане того, что может цепануться какая-нибудь ниточка, это да. Да? А так красоточка ты у меня. Красоточка с новыми сережками. Это первые твои сережки. Вот вырастешь, я их потом тебе покажу. Нет. Какая зубы себе покажи. У нас наступил уже новый день. Я сейчас разбираю зимние вещи. Накинула в стирку постирать детские комбинезоны, хочу убрать. Снимать ничего не буду, потому что ленюшка, если честно, лень. И я буду, мне кажется, этот процесс растягивать, потому что что-то одно постираю, что-то другое, что-то уберу, и это будет затянуто, и поэтому, наверное, снимать не, такую мотивашку я не буду. А я вообще хочу, что сказать, я хочу сказать спасибо всем тем, кто досмотрел до конца. Хочу завершить этот влог. Увидимся с вами в новых видео. Всем спасибо и всем пока-пока.